Зачем все это? И чего хочет эта ненасытная белизна? Почему так легко принимает жертву? И кто волен приносить эту жертву? Неужто вымышленные буквы, приблизительно обозначавшие страдания, существеннее и драгоценнее, чем бег паучка и все мелкие жизни, сгорающие в чужом необязательном огне? Зачем все это? Что происходит между тем и тем мгновениями? Как долго длится это? В душе крепчает и взрослеет тень оброненного в глушь веков предмета. Не в этом ли разгадка ремесла, чьи правила смертельный страх и доблесть, блеск бытия, изжить, спалить дотла и выгадать его бессмертный отблеск? Час своей высшей радости он шел все выше и выше,
и маленький бледный дирижер, стоящий на яркой заоблачной звезде головой вниз, ободрял его указующей палочкой, диктовал и молил, посылал весть, что нужно снести этот протяжный миг и потом уже предаться музыке. Но зачем?
отплыла, отспешил, к душе льнет прилив незатейливых истин. Способ совести избран уже, и теперь от меня не зависит. Сам придет этот миг или год, смысл нечаянный, нега, вершинность, только старости не достает, остальное уже совершилось.
вспоминать сподручней, чем иметь. Когда сей миг и прошлое мгновенье соединятся, будто медь и медь, их общий звук и есть стихотворенье. Которая всего лишь отражение отраженного света. Никто никогда не узнал и не узнает, что же он так хотел и так должен был сказать.